Дина уже однажды становилась героиней нашего репортажа. О непростой судьбе этой собаки летом писали во многих пабликах. Около полугода назад ее вместе с 9 новорожденными щенками выкинули на остановке в Сатисе. Но нашлись люди, которые не смогли пройти мимо и забрали к себе собачье семейство. Моя тетя очень долго пыталась подойти к ней. Она сначала не подпускала, но постепенно она все-таки разрешила подойти. Вот. Это было очень страшно для нее. В итоге мы ее забрали домой, постарались максимально сделать, чтобы ей было комфортно, чтобы она привыкла. Сильно она не переживала, она доверилась. Дина поверила спасителям и не ошиблась. Ее окружили заботой и любовью. Малышам быстро нашли новый дом. За их судьбой Виктория, Анна и Станислав следят и сейчас. Общаются с их владельцами и хранят фото уже повзрослевших щенят. Сама Дина изменилась с нашей последней встречи. Она у нас немного поправилась, и ей это только идет, с улыбкой признается Виктория. Сейчас она живет с нами. Летом она из-за того, что не с кем было оставить, она поехала в отпуск, она побывала в Крыму. Счастливая собака, да, вот. Она любит купаться, она раньше боялась лифта, но сейчас она с радостью выбегает, забегает в него, и вообще с этим проблем нет. Вот. Любит она других кошек, котов, ладит. Собаку Виктория взяла на передержку и оставить у себя не может. Вот уже 6 месяцев она безуспешно ищет семью для этой очаровашки. Поразительно, что после всех тех невзгод, что выпали на ее долю, Дина остается доброй, ласковой и открытой абсолютно ко всем. Своим обаянием она поразила и нашу съемочную группу. Даже согласилась сделать селфи. Правда, мы подкупили ее вкусняшками. Мы знаем команду сидеть, лежать. Мы умеем делать зайчика, мы умеем делать суслика. Вот. Получилось это как-то так случайно, но мы делаем это. Знаем ко мне, пока нельзя, не особо знаем, но мы над этим работаем. Вот. Ну, еще несколько команд, в принципе, даже знаем. Учимся очень быстро, с этим вообще никаких проблем нет. Ей примерно 2 года, Дина стерилизована, привита. Она ждет своего человека, которому станет верным другом. Если вы захотите поближе познакомиться с Диной, звоните по телефону 8-960-182-23-49. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.